ситуации на Северном Кавказе. Россия активно начала операцию по созданию санитарного кордона вокруг Чечни. В Генштабе утверждают, что его создание обойдется примерно в 15-20 миллионов рублей. Это примерно пятая часть военного бюджета. На сегодняшний день по всей административной границе с республикой сконцентрировано, по разным данным, от 13 до 16 тысяч военнослужащих федеральных сил. Это как минимум в два раза больше, чем общее количество боевиков. И все-таки любителей военных сенсаций после вчерашнего заявления Генштаба о готовности российских войск войти в Чечню сегодня ждало разочарование. Тот же Генштаб заверил антивоенную общественность, что второй чеченской войны не будет, а готовность войти в бандитскую республику означает лишь отдельные операции нашего десанта по уничтожению тех хатабычей на территории Чечни, с которыми не справилась авиация и артиллерия. Но даже такая военная угроза вызвала в Чечне волну беженцев. За несколько дней уже 1000 человек. Если учесть, что по данным московской диаспоры 600-700 тысяч чеченцев, то есть 2/3 республики, уже покинуло Чечню с тех пор, как она стала Ичкерией, скоро там могут остаться одни маджахеды, если, конечно, беженцев и мигрантов не депортируют на родину.